Друзья, прекрасен наш союз. Вслед за Пушкиным воскликнули участники первого съезда журналистов УССР и создали свое творческое объединение для пишущей и вещающей братьи. С тех пор прошло полвека, и сегодня в этой организации состоит более 16 тысяч представителей СМИ. 600 из них – члены Запорожской спилки Национального союза журналистов Украины. При ликвидации последствий различных ситуаций, ну просто невозможно обойтись без вашей помощи. Научить людей, объяснить, как действовать в той или иной ситуации, мы можем только честно взаимодействуя вместе с вами. И вы знаете, на сегодняшний день это очень плодотворная работа, которая дает свои положительные результаты. Журналист, как пионер, должен быть готов ко всему. К пожару, к наводнению, к приезду президента и даже к полету в космос. Его дело – как можно быстрее запечатлеть события, а затем рассказать о нем зрителям, слушателям и читателям. По мнению тех, кто пришел поздравить запорожских журналистов с праздником, людям во времена кризиса особенно не хватает добрых новостей. Обычно же как получается, вы говорите о нас там ай-яй-яй, ой-ой-ой, ого-го. А вот сегодня у нас есть такая возможность поговорить с вами. Есть у нас в нашем городе, в нашей чудесной области, есть масса великолепных вещей, масса великолепных людей, добрых людей, уважаемых, почетных, о которых надо сейчас в это время больше писать, больше говорить о добрых делах, о каких-то положительных свершениях. Чтобы стимулировать появление подобных материалов, благотворительный фонд «Патриот Запорожья» учредил конкурс для журналистов с призовым фондом 15 тысяч гривен. Другие гости тоже пришли на праздник не с пустыми руками. Лучшим представителям СМИ были вручены юбилейные медали, а также грамоты и подарки от руководителей города и области. А секретарь Запорожского горсовета Юрий Каптюк даже поделился своим теплом с ведущей торжественного вечера. Хотелось бы сегодня, в честь вашего юбилея, просто пожелать вам писать то, о чем вы думаете, и при этом иметь возможность получать достойную заработную плату. Особая награда от запорожского мэра была вручена многолетнему секретарю областной организации Национального союза журналистов Украины Майе Константиновне Мурзиной. Большой интерес у публики вызвали эпиграммы ветерана журналистики Василия Федыны и дефиле акул пера под названием «Театр мод пресса». Завершилось торжество гимном запорожских журналистов в исполнении заслуженного артиста Украины Анатолия Бессалова.